Привет, друзья мои! Мы с вами снова на берегу. Пойдемте прогуляемся. Вот, наступает весна, очень серьезно, красиво и весело. Видите, как уже распускаются почки. А здесь шашлычок жарят. Видите, какие поленья. Опять чайки кричат.
Друзья мои, посмотрите, каких красивых веточек я нарвала на берегу. Вот сейчас я уже буду ехать домой. Вон там, чуть дальше, моя маршруточка останавливается. Приеду домой и поставлю их в вазочку, чтобы снова ощутить дыхание весны. Какая красота! Прям разноцветные, светло-зеленые и бордовые почки. Вы видите, как красиво?